рыбки, кораллы. Посмотрим, что здесь продают. О, красота какая. Это именно морской аквариум, да? Морской очень красивый. Анемоны или там... Как-то это так называется. Вот это тоже. Даже вон те маленькие. Клево, смотри. Смотри, вот эта рыбка что-то хочет. Прячется. Ой, это Немо. Вон та рыбка Немо. Смотри, да, как красиво. Это живые все существа. В этом аквариуме снимали, короче, поисках Немо. А вот смотри, краб ползет вот, там в этой ракушке. Он огромный, тут почему-то так не кажется. А сверху покажу, он такой огромный. В два раза больше, чем тут. А что это за мантель? Интересно, уже смотрите, разом. Здесь представлено все, наверное, что можно в аквариум только засунуть. Очень красиво. Но я представляю, как за этим сложно ухаживать. У меня никогда не было аквариума. Смотри, что там на цветке? Что-то живое? Богомол какой-то живой? Креветочка какая-то. Нет, отсюда, конечно, не будет видно. Ой, а вот там они все прячутся еще. Фильтры фильтрами. Кто держит такие аквариумы, говорят, что это все нелегко. Нужно любить и ухаживать, чтобы он был вот в таком идеальном состоянии. И рыбки красивые. Вот все-таки в море, да, в соленой воде гораздо красивее мир подводный, ярче. Как будто они взяли и покрасили это, да? И это еще подсветили неоном. Ты видишь, какая рыбка неоновая, клевая. Обалдеть. Какая красота. Да. Такой аквариум точно не стыдно дома иметь. Единственное, ухаживать за ним, я думаю, будет. Ты сама не ухаживаешь? Да, да, если приходят, все, да, да, может быть, там чаще, может быть, и реже. Но чтобы за ним ухаживать и не париться, нужны приличные деньги, я думаю. Вот эта рыбка нам нравится, она прям летает. А, я взяла, укусила, видел? Желтую рыбку укусила. Может, это пиранья? У нее зубы? Не-не-не, какая пиранья? А у нее зубы, ты видишь? И что? Я вижу зубы. Пираньи не видел? Это какой-то морской клоун, или как это называется? Рыбка-клоун. Разноцветная. Название мы не знаем, но это и не важно. Но я знаю точно, что это не пираньи, потому что это какая-то... Как она называется, которая живет в этих всех анемонах, в кораллах? Обычно такие рыбки, они невкусные. Разноцветные, да, они говорят о том, что они типа ядовитые. Да. Ну, вряд ли ядовитые, но что-то я не видела, чтобы съели. Перышко как будто беленькое, чтоб глаз... Вот она какая смешная. Это здесь рыбка пахан. Самая такая крутая. Все, она забилась. Она всех тут строит. Потому что самая большая. У нее реально зубы. Вот такой небольшой магазинчик. Здесь все для рыбок, все для морского аквариума. И не только, наверное, морского, но и простого. Чего здесь только нет. Фильтры и всякое такое, корма. И, собственно говоря, вот там, вот уже непосредственно там, я так понимаю, можно выбрать себе рыбки.
Рыбки и кораллы. Вот там выращиваются рыбки, кораллы. Вот, смотрите, вот как они выращиваются. И отдельно продаются. Вот, вот. Каждый коралл отдельно. Смотри. Цены указаны сразу. Да, вот здесь на стекле, если видно, цены указаны. Ну, цены, надо сказать, приличные такие. 150 долларов, 99. Где? Алло? 89 центов. 89. Соленая вода? Да. Есть 39. Она еще разная бывает. Ну, это есть соленая. Вот они всякие разные, да? Смотри, вот. Смотри, какие цены они маленькие. 239 долларов. Там что-то есть. Ну, это совсем что-то эксклюзивное. 399 долларов. И вот здесь вот, я так понимаю, это просто образцы, можно выбрать. А за какой квадратный сантиметр здесь не указано, к сожалению. Ну, да, но это за целую уже. Да, да. Вот, да, вот они. Каких только нет. Такие, смотри, розовые какие-то, да, вообще очень яркие. Вот живые прям, живые. Такие разные. А, вот он. Немо, Немо, Немо. Побежал Немо. Прячется. В общем-то, всего-всего, и вот они цены. В общем, как я и говорила, это не удовольствие, не из дешевых содержать морской аквариум красивый. Тем более, если он еще большой. Рыбки тоже красивые. Угу. Ой, я здесь я вообще не могу смотреть. Обалдеть. Такие маленькие, на рассаду. Посмотри, очень крошечные. Тварь на нем сидит. Это что, крабик или что? Или это его волосы? Да, ну это волосы. Вот рыбка. Красивая тоже. А вот здесь детский садик. Маленьких рыбок Немо. Маленькие они, наверное, подешевле будут, хотя не факт. Ну, вот такая, например, рыбка 59, 44, вот такие суммы. Не скажу, что очень дешевые, да? То есть одна рыбка где-то около 50 долларов стоит. Ох, какая интересная, синенькая. Она, смотри, как машет плавниками, смешно. Ничего себе. Клевая. Как-то горизонтально. Да. Ой, вертикально, наоборот. Необычно. Вот они всякие разные анемоны. А смотри, вот морская звезда какая красивая. Эчехвост. Древнее. Очень древнее существо. Да, маленький такой. Прикольно. Семейство там паукообразных каких-то. Красный. Это осьминог, да? Это же типа осьминога что-то. Или звезда. Вот не поймешь. Может звезда. Наверное, не осьминог, это а звезда. Вот такие тоже прикольные анемоны. Тут вообще какие-то всякие разные коряги, не поймешь, что. А, вот, вот там вот это вот какое-то существо интересное. Креветка, креветка, вот. И рыбка с ней рядом, желтенькая. Смешные. Ой, слушай, рыбка такая смешная. Она, смотри, смотрит. Ей скучно? Слушай, у нее такое выразительное лицо. Типа, возьмите меня. Но у нее зубы страшные. И вот, смотри, какая креветка интересная. А вот здесь я вообще не понимаю, что это за такое, вот там вот в глубине есть. Паук какой-то морской. Да? Морской паук. Офигеть. А вот звездочка. Или еще, я не знаю, огурец морской, вот это, наверное. А, смотри, креветка копает.
не видно ее. Вообще не видно. Но я вижу глаза. Смотри, какая интересная вот эта штука. Я вообще не знаю, это еж, да, вот это вот.